Что происходит? Родная, успокойся, уже все хорошо. Я в больнице. А что случилось? Евгения Семеновна, вы упали, потеряли сознание. Помните? Я помню. Мы с Юлей должны были ехать на день рождения Лёши. Сеня был со мной, а Вити не было. Он не смог из-за работы. Это все? Еще. Мне Витя подарил их 6 лет назад. Они пропали. А тут вдруг прямо перед глазами сверкают. Виктор Максимович, можно вас на минутку? Пока не надо ничего рассказывать, и вообще лучше поменьше говорить на тревожные темы. У вашей жены серьезная травма головы. Ничего катастрофического, но последствия могут быть самые разные. Пока что мы диагностировали ретроградную амнезию. Она ничего не помнит, что происходило в течение последних суток. Это пройдет? Должно, по крайней мере. А почему она вспомнила про Сережки? Она ведь больше раз ходила. И потеряла. А вот это как раз не очень хорошо. Иногда при таких повреждениях мозг выбрасывает какое-то давнее негативное воспоминание. Пациент фиксируется на нем. Это показатель серьезного стресса и нехороший звоночек. Какой звоночек, доктор? Будем наблюдать. Не хочу вас пугать раньше времени, но предупредить должен. Повторяю. Разброс дальнейших вариантов широкий, от полного восстановления до развития посттравматической шизофрении. Опаздываете, Виктор Максимович? Нехорошо. Вы онемели от восторга? Никак не можете справиться с радостью по поводу того, что вас теперь не будет искать прокуратура? Женя в больнице. Она упала на улицу, ударилась головой и ничего не помнит. Серьезной опасности вроде для жизни нет, но никто не знает, что будет со здоровьем в будущем. Уж прости, какой ужас. Вот так живешь и не знаешь, что тебя ждет за углом. Спокойно. Спокойно. Какая Сережка? Евгения Семеновна, где вы видели эту Сережку? Можете мне показать? Пойдемте. Пойдемте. На подоконнике ничего нет. Абсолютно ничего. Но она только что была здесь. Вам надо успокоиться. Ложитесь в кровать, я позову вашего лечащего. Что врачи говорят?
пока ничего утешительного. Сегодня утром мне вдруг привиделась сережка с аметистом. Одна из тех, которые я подарил 6 лет назад. Представляешь? Что все это значит? Это лечится. Врач Женя считает, что да, но он сам же несколько раз повторил мне, что все, что касается нашего мозга, это дело достаточно темное. И никакие гарантии никто никогда не даст. Юля, позовешь Сеню? Ну, конечно. Сенечка! За тобой папа пришел. Папа! Давай. Здравствуйте. Как все прошло? Она очень испугалась. Что-то говорила? Почти ничего, только когда пришел врач, кричала: это она, опять эта сережка, и плакала. Все правильно? Да. Это, конечно, не мое дело, но зачем это вам, уж извините? Дело в том, что я психотерапевт. У меня нога уж больна. Я применяю новую методику возврата утраченной памяти через запомнившийся предмет. В данном случае сережку. И первая реакция может быть вот такая, острая. Но что поделать, надо работать дальше. Новая методика. Если узнает лечащий врач, будет скандал. За их спиной лечит их пациент. Так что никому. Да-да, я поняла. Всего доброго. Сень, хватит баловаться. Я к маме хочу. К маме пока нельзя. Еще нельзя себя плохо вести. Так, печенье на место. Ешь. Я пельмешки не хочу. А что ты хочешь? Мюсли с молоком. А где у нас мюсли? Там. Ага. Так. Не, не эти. Зеленые. Ага. Черт, палки искусства. Че ты спилишься? Ешь давай. Привет. Привет. Я зашла по-соседски помочь по хозяйству. Спасибо, не нужно. Я вижу. Пап, это мама? Нет, нет, сынок, это ко мне, по делу. Ты сюда больше не приходи. Лёшка уже спит. Книжку мы так и не дочитали. Он уснул, я не успел перевернуть страницу. Спасибо. Тебе пора. А чаю? Мне кажется, я сегодня заслужил. Сейчас назад пили чай, сколько ж можно? Тебе что, воды для меня жалко? Ночевать я все равно тебя не оставлю. И не надеюсь. Юль, ну зачем ты так? Мы же вроде не чужие люди. Были не чужие, а теперь мы в разводе. Так давай снова поженимся. Лёшка счастлив. Ты тоже. Обещаю. В первый раз, что ли? Да чего ты начинаешь? Я ж тебе слово дал, что больше ни капли спиртного в рот не возьму. Не веришь? Не знаю. Ладно, ну подумай сама. Вы сейчас с Лёшкой здесь, на этой съемной хате, друг у друга на голове. А у меня там дом стоит. Большой и красивый. Я живу для семьи, строю. Хочешь, я его на вас с Лёшкой перепишу? Олег, ну правда, поздно уже. Давай поговорим в следующий раз, хорошо? Как же я по тебе соскучился.
Добрый день, Виктор Максимович. Добрый. А что это вы, Анна Григорьевна, уже собираетесь? Или наш вчерашний разговор на вас так повлиял, что вы не хотите со мной находиться в одном помещении? Виктор Максимович, вы как классический эгоист считаете, что мир вращается вокруг вашей персоны? Но это не так. Просто моя работа закончена, осталось доделать отчет и адьё. Это не может не радовать, Анна Григорьевна. Кстати, ваш управляющий заказал ресторан на завтрашний вечер по случаю успешного окончания проверки. Я приглашаю вас, Виктор Максимович, с собой, так как могу прийти плюс один согласно формату. И вы сможете отпускать колкости в мой адрес уже публично, при коллегах. Это абсолютно исключено, Анна Григорьевна. У меня жена в больнице, и вообще мне не с кем сына оставить. Пить. Это ведь я тебя приглашаю. Ну, не злись. Это моя последняя просьба. Юленька, на секунду. Кирилл, я все вижу. Юлия Борисовна. У нас катастрофа. Звонили из РНО, высылают проверку и в первую очередь будут проверять вас на профпригодность. А повод? Поступил звонок, жалоба. Они, конечно, не признавались, кто именно звонил, но у меня в РНО работает однокурсница. Она выяснила. Звонила Евгения Семеновна Богданова, мама Семена. Это же ваш мальчик? Как? Женя? Это невозможно. Я только утром была у нее, мы прекрасно поговорили. Она в больнице сейчас после травмы. И фактически я забочусь о ее ребенке. Вот плохо заботитесь. Она заявила, что он запуган, что вы разговариваете с ним в недопустимом тоне. И вообще бог знает что. Сказала, что вы постоянно ставите пример своего сына. Это, извините, мне просто бред какой-то. А можно, чтобы меня кто-нибудь подменил? Буквально на часок. Привет. Привет. Хорошо, что не спишь. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то случилось? Что-то с Сеней? Нет, нет, с ним все хорошо. Сегодня утром мама Семена Богданова, то есть ты, позвонила в РНО и обо мне такого наговорила, что они назначили срочную выездную проверку. Юль, ты что? Я сегодня вообще никому не звонила. Вот и я не поверила. Евгения Семеновна, вы звонили утром по городскому сестринского поста. Я видела. Я? Да я не помню, чтобы я вообще из палаты выходила. Но ведь это не единственное, чего вы не помните. Боже, Юля, какой ужас. Давай я им позвоню и я им скажу, что я беру свои слова обратно. Женечка, это не поможет. Проверка все равно приедет, раз уж назначена. А ты просто напиши расписку, что претензий не имеешь, и все. Документ все же. Хорошо, хорошо, конечно. Вот в этом вы просто сногсшибательны. Про предыдущие я слышала то же самое. Я знаю, кто сделает правильный выбор. Ну, покажи. Какой красивый рисунок. Какой дом. Такая дверь красивая. А это кто возле дома? Мама, папа и их сыночек. Да. А труба есть у дома? Есть труба. Вить, ну, ты или ответь, или выключи звук. Тебя не раздражает? Извини, это по работе. А дым будет идти из трубы? Да? Сень, собирайся, нам пора домой. Ну, пусть дорисуют, чего перебивать. Завтра рано в садик, потом дорисуют. Малыш. Не могу с этим спорить. Вы придете в следующий раз
и мы нарисуем будку и собаку, хорошо? Хорошо, мам. А я тебе помогу фломастеры собрать. Сеня, пойдем. Носиться. Ну ты же потом не уснешь. Сеня, ну все, сядь, успокойся. Па, я не хочу сидеть. Ну, так давай тогда вместе вещи собирать. Вот, посмотри, игрушки разбросаны. Вместе соберем, быстрее будет, ладно? Давай. Все на места. Так, это здесь. Сынок. Больно! Что такое? Что это такое? Откуда это? Не знаю. Ну все, не плачь, сынок, все, спокойно. Сейчас мы твой пальчик полечим. А где наш волшебный пластырь, а, Сень? Одноразовый шприц с незащищенной иголкой. Взять и положить вместе с детскими фломастерами. Они даже не похожи. Слава богу, все обошлось. А могло быть и не слава богу, доктор. Не окажись я в комнате, например, и попади этот шприц не в палец, а в глаз. Ребенку 6 лет. Скажите мне, доктор, симптомом чего это является? Ну, давайте пока не будем ставить диагноз. Тем более сейчас мы в этом не преуспеем. Надо ждать. Окружите свою супругу вниманием, заботой. И самое главное, не вздумайте ей выговаривать за этот шприц. Веди себя хорошо. Юль, мне очень неудобно, но можно у тебя Сень сегодня переночует? У меня срочная командировка, короткая, но неотложная. Не могу не поехать. Конечно, не волнуйся. Спасибо, Юль. Правда, вот что будем без тебя делать? А? Давай, пока. 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 Должно быть 16, что ли? 15, а 16. Анна Григорьевна, как вы считаете, о чем я сейчас думаю? Наверняка вы думаете, какое счастье, что аудиторская проверка закончилась. А вот и не угадали. Я думаю о том, какое счастье, что не было необходимости брать с собой жен. Здесь только коллеги. Моя Ирина очень мила. И мне было бы запрещено не то, что разговаривать с вами, но даже смотреть на вас. Не волнуйтесь, Андрей Андреевич. Я хоть и закрыла тему брака для себя навсегда, институт брака и неприкосновенность семьи я чту свято. Анна Григорьевна, мне придется с вами сфотографироваться. Редко встретишь столь умную даму, к тому же совершенно ослепительную. Почту за честь. Добрый вечер. А вот и Виктор Максимович. Теперь, когда все мы в сборе, предлагаю поднять тост за нашего прекрасного проверяющего. Привет. А я вот решил вам помочь собраться для переезда. Мы же договорились, что ты не будешь меня подгонять. Ну, разве ж я подгоняю. Кстати, вижу, ты начала брать работу на дом. Ребятки, а может, пойдете на площадку погуляете? Ты же прекрасно знаешь, что Женя в больнице.
Виктора неожиданно отправили в командировку. Ну ладно, не сердись. Как там Женя? Вспомнила ты это? Не знаю, мне не дает. Главное, что она поправляется. А с этим уродом пусть полиция разбирается, это их работа. Думаешь, что она ведь? Я думаю, что все зависит от Жени. Понятно. А в какой она больнице? А тебе зачем? Я думал, денег я привезу, может, лекарства какие нужны. Да не нужны ей деньги, лекарства тоже не нужны. В общем, Виктор совсем справляется. Так ты же сама сказала, что мы в командировке. Мало ли что. Олег. Ладно. Ну, а если я скажу, что хочу попросить у него прощения за те слова, которые говорил у Алёши на дне рождения? Но веришь, мне до сих пор стыдно за то, как я себя тогда вел. Правда. Добрый вечер. Не помешал? Как ваше самочувствие? Мне Юля, к сожалению, только сегодня сказала о том, какой ужас с вами приключился. Вы уже обращались в полицию? Ну, по поводу этого хулигана. Вы о ком говорите? Кто хулиган? Простите, может, я что-то перепутал? Но разве не было хулигана, из-за которого вы здесь? Не помню. Я многого не помню, но то, что Юля поступила в больницу с побоями, я помню. И кто избил ее, я тоже помню. Извините, Евгения Семеновна. Я предполагал, что уже все в прошлом, что мы вроде как дружим с семьями. Семья, с которой я дружу, это семья Юли и Алёши. Это все. А сейчас я прошу вас уйти. Не надо. Посадили из-за этого кредита. Ты бы меня ждала? Я тебя 6 лет ждала. Нет, я всю жизнь тебя ждала. Замолчи. Вот сейчас лучше. Просто молчи. Просто ничего не говори. Александр Петрович, я прошу вас выписать меня прямо сейчас. Евгения Семеновна, это исключено. Почему исключено? Я нормально передвигаюсь, в пространстве ориентируюсь, приступов у меня нет. Из процедур у меня остался только прием таблеток. Патронажная сестра проследит за мной дома. Нет, нет, даже не думайте. Я ваш врач, это я буду решать, когда вас выписывать. Я должна быть дома. Извините. Дома.
Сеня у тебя? Ну, конечно, у меня. А ты случайно не знаешь, где Виктор? Ну, он вроде в командировке. Говорил, что тут, в области, где-то недалеко. Вернется завтра. Поняла. А что случилось? Ничего, все в порядке. Спокойной ночи. Пока. Почему ты дома? Ты один пришел или с ней? С кем? Ну, ты подумала, я в больнице. И вполне мог прийти с ней. Жень, о чем ты? Как зовут твою любовницу, с которой ты был в ресторане в тот день, когда я упала? Я видела, как вы целовались. Память, представляешь, вернулась. Господи, Жень, ну какая к черту любовница? Это проверяющая из Центрального банка. У нас закончилась проверка, и мы всей компанией пошли отмечать. Ну хватит, ну в самом деле. Не веришь? Я тебе фотографию покажу с того вечера. Я ужасно. Чудовищно устала. Конечно. Конечно устала. Тебя что, уже выписали? Дома скажу. А где Сеня? У Юли? Да, у Юли. Я отдохну, потом съезжу, заберу его. Только не говори маме, что я здесь. Пускай она нас поищет. Хорошо. Сеня, Алёша, вы уже оделись? И куда вы делись? М? Куда же вы пропали? Может, они сами ушли в садик? Что же мне делать? Мне нужно бежать за ними, догнать их! Мама, ищи нас! А кто это у меня тут разговаривает? У меня что, говорящая коробка? Нужно ее на мусорку вынести, болтливую такую. Мама, не надо, здесь же я. Леша, а ты что, не пошел с Сеней в садик? Сеня тоже не пошел. Сеня, выходи, мама нас нашла. Да-да-да, нашла. Ну, давайте уже одеваться, ну, точно в садик опоздаем. И, кстати, эти коробки не игрушки. А зачем они нам? Чтобы вещи собирать. Зачем? Вы что, переезжаете? Не знаю. Возможно. Куда? К папе в дом. Ты же хотел там жить. А я что, теперь к вам в гости не смогу приходить? Ты, конечно, сможешь. А папа знает, что мы к нему переезжаем? Да. Он сам предложил это. Но давай пока не будем это обсуждать. Я просто не знаю, правильно ли я поступаю или нет.
Тетя Юля, а разве взрослые могут поступать неправильно? Еще как! Ты еще не уехала? Нет, я же рада тебя видеть. Ты забыл у меня это. Пойдем кофе выпьем, 15 минут. Скажешь, что был на встрече со мной, я забыла тебе документы передать, или наоборот. Привет. Привет. Папа, привет. А это правда, что мы к тебе переезжаем? Я буду к вам в гости приезжать. Конечно, правда. А теперь быстро в машину и отвезу вас в сад. Мы и так уже сильно опаздываем. Олег, это лишнее. Мы бы и сами спокойно добрались, не первый раз. На что, если я соскучился? Так быстро? Как ты с ними двумя справляешься? У меня на работе таких 25. Так что двое – это еще не страшно. Юль, отдавай Лешке братика родим. Или сестричку. Что скажешь? Олег. Подожди. Открой. Юль, давай начнем все сначала. Просто дай мне еще один шанс. На этот раз я тебя не подведу. Шесть лет назад я бы все отдала за такое утро. Только на семейной кухне. 15 минут прошло. Тебе счастливого пути, а мне пора. Вить, я тебя удивляюсь. Как ты все успеваешь? Аня, давай расстанемся по-хорошему. Привет, я Засеня. Только ужинать сели. Подождешь? Это кто, медвежонок? Это Чебурашка. А, понятно. Красивый. А когда тебя выписали? Еще вчера. Ну, если честно, меня не выписали, я сама ушла. Как сама? Жень, ну ты же врач. Как ты вообще до такого додумалась? А если бы твои пациенты... Юль, пожалуйста. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Как твои дела? Как Олег? Предлагает съезжаться. Говорит, какой смысл платить ползарплаты за квартиру, если у него стоит пустой дом? А ты что? А что я? Сама понимаешь, с моей зарплатой заработать на свое жилье у меня вряд ли когда-нибудь получится. Да не такой он и плохой, если честно. Да. Когда выпьет, его начинает нести. Когда трезвый. Вот колечко подарил. Говорит, можно считать это нашей помолвкой. То есть, ты для себя уже все решила? Люблю его. И время уже прошло. И обиды все помню. Но все равно мне никто, кроме него, не нужен. Осуждаешь, да? Нет, просто... Что просто? Ничего. Мам! Сеня! Смотри, что я сделал! Ух ты, какой красивый дельфин! Умница. Давай одевайся. Так я что-то сказать хотела. Ничего, потом. Пока.
Уже весь офис обсуждает, как ты вчера с этой проверяющей Сниткиной уехал в невменяемом состоянии. Даже непонятно, кто кого из вас на себе тащил. Так вы друг друга обцепились. Арсений Яковлевич, не надо мне читать лекции. Я взрослый мальчик, и я сам разберусь с этим. Извините. Арсений Яковлевич, можно идти? Мам, я быстрее тебя и папы. Да ты у нас молодец, сынок. А у меня так быстро не получается. Сейчас я тебе помогу. Да, малыш, помоги папе, а мне нужно выйти на пару часов. Куда? Неважно. Сынок, забери мою лошадку. Ладно, я сейчас. Жень, что происходит? Ты ничего не хочешь мне объяснить? Нет. И все? Да. Ладно. Хочешь, давай поговорим? Нет, не хочу. Жень, я понимаю, ты на меня злишься, но... Я опаздываю, меня ждет человек. Какой человек? Куда опаздываешь? Евгений, я все-таки твой муж, и я имею право знать. У тебя столько секретов от жены, что ты не имеешь такого права. Я собрал лошадку. А куда мама ушла? Я и сам бы хотел знать ответ на этот вопрос. Здравствуйте, Евгения Семеновна. С удовольствием я принял ваше приглашение. Только для чего такая таинственность? Я хочу вам сказать, что я вспомнила, кто толкнул меня у ресторана в тот вечер. Вы решили мне угрожать? Думайте, как хотите. Вы классический домашний тиран и насильник. И хоть Юля так не считает, а я уверена, что бывших домашних насильников не бывает. Поэтому я вас предупреждаю, если вы еще раз поднимете на нее руку, то окажетесь в суде, это я вам обещаю. Евгения Семеновна, а вы немного на себя берете? Немного. И помните, за нее есть кому постоять. Я же знаю, что ты скажешь. Ну, тогда скажи мне это прямо в глаза. Ты еще долго будешь мне врать? Жень, что опять случилось? Как сколько еще ты собираешься водить домой любовниц и спать с ними в нашей постели? Жень, какие любовницы? Ты в своем уме? Вот какие любовницы. Вот, значит, куда делись мои сережки. 6 лет назад удивительным образом пропали, а тут вдруг нашлись. Это мои? Или ты и такие же подарил? Я тебя спрашиваю в последний раз. Кто она? Женя, тебе отвечаю в последний раз. У меня нет никакой любовницы. Ну что ж, тогда это и в самом деле в последний раз.
Ты сам этого хотел. Богданова Евгения Семеновна. Да, что случилось? Вам придется проехать с нами. А что случилось? Что-то с Семеновым? Вы задержаны по подозрению в покушении на убийство вашего супруга Богданова Виктора Максимовича.